мы начинаем. Стало известно, что на Бийской дамбе могут построить новый торговый центр. Мэрия Бийска предложила застройщикам земельный участок у городской дамбы. Земля расположена напротив торгового центра «Стиль». Участок, который предлагают купить или взять в аренду, расположен рядом с местом запланированной транспортной развязки, ведущей на такую же запланированную дорогу вдоль дамбы. Два года назад, в сентябре 2018-го, проектировщики представили макет, как будет выглядеть будущая дорога от коммунального моста до первого поста на Зеленке. Напомним, мэрия ставила задачу построить еще одну дорогу вдоль реки. Дороги хотели сделать параллельными, чтобы избежать пробок на вокзале. Следующим этапом должно было стать расширение дороги от Стахановской до второй Цесовской до четырех полос. Проектировщики тогда говорили, что задачу во многом облегчает то, что изначально рядом с будущей дорогой на участке напротив торгового центра «Стиль» были оставлены незастроенные участки. Скажется ли как-то на проекте новый торговый центр, который может здесь появиться, пока не ясно.